Осмотр бывшего советника. Так, где-то пробивает электропастух. Да пойти, а то у меня сегодня кошмар приснился, что мы сделали Маше вольер, почему-то натянули поверху колючую проволоку, а электропастух сделали не, как бы это сказать, не проводами, а такой сеткой металлической, которая на той стороне, которая на этом на специальных изоляторах растянута прямо. И прихожу я, смотрю, а это все лежит внизу, обрушенная вся эта колючая проволока прям по периметру, по всему лежит внизу. И тут ходит довольная Маша. Так, очень. Ага. Маша против Неша. Надо пойти мальчика погулять, выпустить. Ну вот, мы тут разгребли, выкинули фактически все, что не нужно. Ну еще осталось чуть-чуть. Палеты нужны. Там здесь выкошены. Мы хотели здесь строиться вот в этом месте. Ну, как бы не судьба. Тачка сломалась. Причем такая. Что? Привет. Здрасте, Маша. Мишка Панда, как тебя называют. Ну что ты, Маш? То хулиганище носатое. Не будем ей мешать трапезничать. Ей сразу рыбку дали. Она арбузами больше не кидалась. Тачка вчера приказала долго жить. Причем приказала долго жить по всем параметрам. Чтобы, не знаешь, может быть, дешевле купить их. О, мой ребенок, мой хороший, мой мальчик пришел. Вот, мой мальчик пришел, мой красавчик. Ломалось по нескольким направлениям, отломилась ось. Надо приваривать. Но это не сегодня уже. Вот так вот надо приваривать и восстанавливать. Или обрезать, это вообще покупать другую штукенцию. Вот, и колеса просто умерли. Подшипники вот тут внутри стоят. Они просто-напросто поумирали. Вот они. И что сюда? Двадцатку взять. Трубу прямо одеть. Потому что вот это одно колесо. Одно такое колесо стоит 1960 рублей. А сейчас таких денег просто физически нет. Мы со вчерашним контейнером и со 100 килограммами цыплят, которые нам очень нужны. Поиздержались. Спасибо вам за помощь. Сейчас. Сейчас возьмем. Мальчика, ну в принципе, как бы там посоветовали, попробовать его назвать Грей, ему подходит имя Грей. Ну, он вчера так как бы отозвался, но он вообще такой, алабаи, они достаточно капризные ребята, вернее, как бы своенравные такие, хочу, что хочу, то и делаю, вот.
он еще, скажем, не совсем так. Что такое радостный? Что? Давай. Давай, одевай. Одевай, кому сказал? Одевай шейник. Нет, одевай шейник. Одевай шейник. Я ведь готов идти гулять, но без ошейника. Давай. Давай. Давай ошейник. Ошейник, давай пойдем гулять. Нет, не пойдешь так гулять. Митя. Давай. Давай ошейник. Нет, одевай. Одевай. Извините, господа, пауза. Все, статус-кво восстановлен. Идем смотреть, как там совы у нас. Мальчик, он же Грей, и Макс друг друга терпеть не могут. Но это пошло еще с тех времен, когда Макс убегал с нашей территории и лежал под воротами. Он привык, что там никого нет. А тут поселили лица кавказской национальности, поселили мальчика туда. Вот, и Грей стал охранять свою территорию. А Макс, я тут типа не при делах, ты что-то вообще тут на меня рычишь. И между ними возник жесточайший антагонизм, который как бы не разрешается никоим образом. Они не хотят мириться. И иди сюда, иди рядом. Не хотят они мириться между собой. И теперь каждая встреча переходит в обоюдное рычание с угрозами физической расправы. Так, как мы перезимовали, переночевали. Что такое? Что? Ну, я тебе сказал, что домики сработают. Сейчас разборки все закончу я. Ну-ка, быстро разошлись. Я же тебе сказал, что домики сработают. А вы мне, так, зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Нет, ну они освоили все, что можно. Еще потом для красоты мы им тут хвойных веток. Так, мальчики, пошли со мной. Ты чего тут это? Боевой? Ну они с Максом, ну, все, навсегда. Нет, так, через забор, вероятно, ругались. Да. Теперь они... Виля бежит, Виля. Так, пошли со мной, собаки. Пошли, я там что-нибудь дам вкусненькое. Пошли. Что такое? Все, пойдем. Иди рядом. Все. Иди. Так, советник у нас вполне удался. Иди сюда рядом. Теперь тихонечку доделать волчатник. Миха идет, мой красавчик. Девки где-то прячутся. По тенечкам. О, Миха. Началось все. Боевой лось морской пехоты. Так, идем. И что это? Это что это? За хулиганский такой. А? Миха, это что такое за хулиган?
Это кто у меня хулиганит? Ну, никто не хулиганит, все травку жуют. Черноморушка. Кто это мой мальчик? Пиндосы. Мелкие вылезают уже. Тоже приходят на подкорм. Вот. Начинают у родителей отжимать еду. О! Доставший Бади. Кто такой? Хантер. Ну вот. 10 июля у нас течет вот в таком плане, в таком ключе, в таком разрезе. Тачку надо. А? Волков, волков вечером можно. Тогда сейчас кормим всех остальных, собакам отдают. А где нам с мальчиком чуть-чуть? Ну, с мальчиком вам, там, во-первых, там зарезали, там есть ребрина ему оставленная специально. Он курятину не ест. Ну, да, он к ней как бы относится. Миха, там нет ничего вкусного. Ну да. Куда ты попёрся? А куда ты сухой корм дела? А спрятан. Вот. Прячут. Все лучшее. Все лучшее детям. Миха, выходи. Миха. Миха. Иди сюда. Иди ко мне, мой красавец. Что ты такой вредный? Сегодня мы ничего здесь Семена, делать не будем. Ты долго будешь тут разборки учинять, потом сама виновата будешь, когда тебя будет рвать. Едем в юху к маме. Там надо сделать курятник обязательно. Но как мама говорила, что ей ничего не нужно. Вот. Но к одной оставшейся в живых курице она уже пяток прикупила. Ну и ко всему прочему, из того, что еще ей не нужно было, это она завела котенка. Это я сегодня вам сниму и покажу. Спасибо за помощь, если есть возможность. Карта помощи привязана у нас к телефону 910-592-6867. Вероника Георгиевна. Вон она. Спасибо.